10 мая 2022 года, Одесса. Как сообщает советник главы Офиса президента Алексей Арестович, что российские войска применяют сейчас в основном ракеты типа Х-22. Это старое советское изделие 60-х годов с круговой вероятной ошибкой отклонения 200-300 метров и очень сложной и опасной процедурой снаряжения применения. Там есть высокотоксичное топливо, а также применяют кинжалы. Это современная гиперзвуковая высокоточная ракета. Это означает две вещи. Что будет больше промахов и, соответственно, попаданий в жилые кварталы. Это те ракеты, которые старые, Х-22. И также будет больше попаданий в выбранные цели кинжала без возможности перехватить. То есть эти гиперзвуковые ракеты, они не перехватываются. Поэтому не пренебрегайте воздушной тревогой. Особенно, если вы живете возле объектов критической инфраструктуры или военных объектов. Берегите себя.